Уметь плавать необходимо для каждого человека. Плавание способствует крепкому здоровью и хорошему самочувствию. И однажды даже может спасти жизнь. О том, в каком возрасте стоит обучать ребенка плаванию, задумываются родители малышей уже тогда, когда их дети еще совсем маленькие. В настоящее время для славянцев появились все возможности, чтобы приводить детей в бассейн раньше, чем это обычно делалось. Дело в том, что в физкультурно-оздоровительном бассейне «Дельфин», который давно уже стал излюбленным местом отдыха жителей Славянска на Кубани, появился специальный малый бассейн для малышей. Здесь с ними можно начинать заниматься плаванием в возрасте, начиная с 3 месяцев и до 3,5 лет. Есть различные форматы занятий, такие как «мама плюс малыш», «семейные часы», индивидуальные занятия «тренер плюс ребенок», а также мини-группа для детей в возрасте с 3,5 до 5 лет. Преимущества раннего обучения плаванию можно перечислять долго. В их числе установление более тесной связи между малышом и мамой, воспитание уверенности в себе, развитие мышц, совершенствование координации и баланса, улучшение обмена веществ.